Всем-всем огромный привет! Хочу показать свой заказ в компании Avon по шестому каталогу. Каталог выглядел вот так. Давайте посмотрим, что набрали у меня я и мои знакомые. Из самого большого это был шампунь 700 мл от Avon Technic с маслом органи, всесторонний уход. Этот шампунь шел по выгодной цене в каталоге. 249, кажется, рублей. Но хочу обратить внимание представителей, что в шестом каталоге максимальная скидка на этот продукт будет 15% всего. Независимо, 31 вы набрали, или там 27, или 15. Максимальная скидка 15%. Дальше. Давайте покажу еще средства для волос, которые у меня взяли в этом каталоге. Это был шампунь, тоже интенсивный уход, только уже из серии Naturals. 250 мл в этом, ромашка и алоэ. У меня знакомая постоянно берет от Naturals вот эти два продукта. И второй шампунь идет уже безупречная чистота, вербена и перечная мята. Также 250 мл. Вот этот ярко-ярко пахнет вербеной, такой приятный цитрусовый как будто аромат. Следующее. Что было, это тоже из этой серии Naturals. Это уже маска, ромашка и алоэ. В ней 125 мл. Тоже подружка взяла к шампуню, чтобы вместе. Дальше. В этом каталоге взяли у меня вот такой крем для ног, лаванда, тоже взяла подруга, 150 мл. Этот самый лучший крем для меня вот в компании Avon. Он хорошо на ночь на ножки наносится, ухаживает действительно за ногами. Мне нравится эффект от этого крема. Поэтому вот этот крем я рекомендую. Если вдруг кто-то не пробовал, не тестировал крем вот этот лавандовый, то попробуйте. Далее. Clear Skin. Средство против черных точек. 3 в 1 с белой глиной. 75 мл. Оно идет, надо же, в коробочке. Я почему-то об этом не думала. Я думала, придет туба. Ну вот, упаковали в коробочку. Может быть, в коробочку, потому что большая инструкция вместе с ним идет. Смотрите, прямо как у лекарства. Вот. Такое открывать не буду. Не знаю, даже зафольгировано или нет. Кажется, нет. Ну, просто отдам знакомый. Берет девочке подростку, берет постоянно и очень нравится. Поэтому вот это средство у меня постоянно берет, когда заканчивается одна и та же девочка своей дочери. Поэтому хорошее. Раз берет и берет, значит хорошее. Дальше из больших баночек. Вот такое средство было заказано из серии Kea. Это мягкое увлажнение, крем для всей семьи, для лица и тела. Оно идет с овсом и экстрактом ромашки. Ухаживающий для всей семьи, подходит для чувствительной кожи. Но я тут уже просто читаю инструкцию, все, что говорится о нем. 400 мл, такая увесистая бадья. Женщина работает на улице и говорит, что вообще замечательно. Вот такие вот кремы подходят даже для вот лицо защищать на улице. И вообще она любит после купание на все тело наносить. Плюс у нее уже достаточно взрослые детки, которые тоже с удовольствием пользуются. Вот действительно для всей семьи актуальное и универсальное такое средство. Оно достаточно густое, такое не жидкое и поэтому экономное. Дальше. Еще одно средство нашла для волос. Naturals, фитоукрепление, бальзам, спрей. Крапива, по-моему, да, крапива и лопух. Оно идет для укрепления волос, можно на сухие, можно на влажные наносить. Это средство тоже неплохое. У меня у самой оно всегда есть. Постоянно им пользуюсь. Дальше. Kea.
От Kia был еще вот такой комплексный уход. Средство для кожи лица. 3 в 1. Это, ну, как мы называем покороче, умывалка. С алоэ и имбирем. Очищает, удаляет макияж, увлажняет кожу для всех типов кожи. По-моему, намылиться и смыть. Вроде бы. Так, способ применения. Нанесите легкими массажными движениями на кожу лица до образования пены. Затем смойте водой. Да, обещает смывать макияж. У меня такое есть средство, но оно пока еще в запасах. Когда-то было, я уже плохо помню, как оно работало. Ну, тональные средства или остатки макияжа это все смоет. Если вот там мицелляркой вы не домыли, не домывались. По-моему, оно неплохо работает, неплохо домывает. Далее. Из ухода очень выгодное было предложение вот на такие миниатюрки от Inyou. У меня взяли, подруга взяла серия омоложения, по-моему, 45+ это идет. Сейчас я вам в каталоге покажу последнюю страничку или почти последнюю. Вот. Любой набор 169 рублей. Так, где вот, чтобы вам было видно. Вот эту пару взяла подруга. 650 рублей полная цена. И вот такая цена по каталогу. Эти средства тоже максимальная скидка, всего 15%. Больше скидки не будет. Вот. Дальше. Еще одно средство было в заказе. Это румяна. Румяна шарики, по-моему. Пудра шарики с эффектом сияния. Оно идет вот в такой коробочке. Шла тоже удобная цена. Но также для представителей скидка максимальная 15%. То есть эти румяна шли в каталоге, как бы идет по самой лучшей цене. Поэтому максимальная скидка всего 15% для представителей. Вот так они выглядят. Это взяла моя подруга. У меня такие есть. Я сейчас не буду уж сводчить. В косметичке месяца я регулярно показываю их. Вот такое средство. Давайте так составлю. Дальше. Гели. Гели для душа. Тоже подружка себе взяла, говорит, уже в распродаже мелькает вот эта лимитированная версия. Это гель для душа «Аромат тайны». Он просто в новом оформлении, в таком красивом весеннем. Очень приятно в ванной на полочке, если он будет стоять. Вот такой он симпатичный, красивый, кремовый. Экзотическая роза и жасмин входит. Очень приятный аромат. Мне он очень-очень нравится. Так, теперь мне надо дотянуться. Давайте я вот так. Самой в кадр-то не залезть бы. Ну, давайте я сразу же томить не буду. Покажу еще две новинки и поставлю их. Это первая новиночка 7-го каталога будет. Романтика в Венеции. Чувственная романтика в Венеции. Вот такое симпатичное тут изображение. Прям картина. Действительно, Венеция. Крем-гель для душа с ароматом фрезии, красного пиона и мускуса. Приятный, цветочный такой аромат. Понравился. Этот я взяла себе. И вторую тоже новиночку я взяла. Нежная любовь в Париже с ароматом розы, ириса и нотами янтаря. Вот этот аромат мне показался знакомым. Я не смогла вспомнить, где этот аромат я слышала. Но мне кажется, уже гели для душа были похожего аромата. Ну, так мне показалось. Ладно, я уже далеко не буду тянуться, выстраивать. Так поставлю. Далее. Выгодное предложение было для представителей по серии, не по серии, а по ароматам. Если берет клиент более 2, то можно 40% скидку получить. Я не продаю, у меня подруги берут по себестоимости, поэтому у меня подруга взяла 2 аромата, чтобы вот эта вот 40% скидка была для нее тоже выгодная. Первый аромат Incandescence, второй Little Black Dress. Вы знаете, удивило то, что Little был
закрытый, зафольгированный. А инкандесенс пришел вот прямо так. Но, по-моему, они всегда приходят, вот эти инкандесенсы, в открытой коробочке, без фольги. Я могу показать только флакончик, не буду я пшикать. У меня просто оба эти аромата есть. И когда подруга себе выбирала, какие два взять, она у меня как раз тестировала. Давайте я покажу. Вот он такой симпатичный шарик. Так, ну а этот знакомый уже аромат. Вообще, оба аромата цветочные. Для меня они оба носибельные и красивые. Для меня это весна, и зима, и осень. Летом на прохладу тоже оба пойдут. Вот прямо, не знаю, это классика Avon, оба аромата. Я сейчас попробую вам сказать нотки, если кто-то вдруг еще не знает. Черное платье в черном футлярчике, флакончике. Цикламен, иланг-иланг, слива, основные ноты. А инкандесенс, цветочный аромат, ландыш, мимоза, сливочный мускус. Вот знаете, для меня они оба... В общем, инкандесенс идет цветочный, а черное платье идет цветочно-восточный. Вот в цветочно-восточном чуть больше сладости. Вот там слива, наверное, вот эта фруктовая сладость, напоминающая даже, может быть, ванильку. А так они в чем-то схожи, вот эти оба ароматы между собой как-то вот перекликаются. Подруги мои не обделили в этот раз и своих мужчин. Был набор заказан Мэн. Заказала у подруги знакомая. По-моему, сказал, второй раз уже мужчина себе заказывает. Говорит, очень-очень хороший аромат, ему нравится. Я сама не тестировала, так как это все-таки знакомые там через подругу берут, поэтому я уж открывать не буду и носик туда засовывать тоже не буду. Этот набор стоил 800 с чем-то в каталоге, и по скидке он шел по стандартной. То есть он на 40% мужская вот эта линейка не попадала. Только первые ароматы, которые вот на первых страницах шли, только они попадали вот на эту скидку. Все. А те ароматы, которые шли дальше, возможно, в наборах, они уже просто по стандартной скидке шли. Ну, искать не буду. Кстати, нашла я вот румяна. 279 рублей шли по каталогу. Дальше. Что тут из интересного? Из неинтересного, потому что я открыть просто не могу. Просто до кучи я так вот положу, потому что ничего не могу про эти средства сказать. Просто заказали именно знакомые. Также в заказе были вот такие станки. Они идут в серии Skin So Soft. Честно, вот эти станки я не пробовала сама. Я как-то у девчонок спрашивала, нравится, не нравится. Мне отвечали, что кто как ответил. Я так поняла, в зависимости от проблем, если сильные кустики надо брить, то быстрее тупятся. Если так слегка, то хорошо работают эти станки. Но в любом случае, каждый за себя решит уже, когда будет использовать. Поэтому особо оценку не дам. Ну, давайте самое интересное в этом заказе. Что ж я себе-то заказала, любимый? Очень дико мне захотелось новую кисть. Давайте я вам ее сначала покажу в каталоге. Вышли же новые кисти. Вот такая вот страничка. Мне захотелось всех больше вот эту большую, пушистую. Вообще у меня дикое желание возникло последнее время. Я стала обращать внимание на кисти. Обычно я к ним была равнодушна. Как к лакам для ногтей равнодушна, так и к кистям. Вот так она выглядит. Я так понимаю, что она еще раз пушится. Это не предел моих мечтаний. Я хотела еще пушистей. Но она достаточно плотненько так набита. Вот, смотрите. Так, не знаю, как показать лучше. Но чувствуется, что она набита в любом случае достаточно плотно. Очень приятная вот эта прорезиненная ручка. Вообще просто настолько она классная. Я хочу сказать, что дизайн кисти очень приятный. Здесь заужено, здесь так расширено. В руке держать ее удобно, приятно. Вот
ну не знаю, прям я получила удовольствие от этой кисточки. Или кисти, как правильно сказать. Кисть самая дорогая, под номером 6, шла в каталоге. 499 рублей. Длина ее 18 сантиметров. Кисточка для лица называется. Материалы полистирол и алюминий, нейлон. Вот так. 500 рублей. Ну и скидка представителя, какую накопили, вот на такую скидку она и попадает. Но кисть классная, прямо очень классная. Как бы положить так, чтобы вам было ее тоже видно. Так, дальше остаются, наверное, одни мои подарки. В прошлый раз я подняла крик, что пролетаю, вот весну не встречу я с подарком, ничего подобного. Трендсеттеры могли тоже получить этот подарок. Крик я подняла слишком рано. На самом деле у трендсеттеров в компании 5, если был заказ вот на эту сумму, ну, на каждый сейчас давайте вот так покажу. Суммы разные. И в зависимости от этой суммы можно было выбрать себе подарок для основной компании, для основной территории в 4-й компании, у нас в 6-й. В общем, я выбрала себе вот этот вот набор для волос. Он шел за 59 рублей. Давайте я вам покажу, что же ко мне все-таки приехало. Вот такой вот пузырь. Пузырь, честное слово, потому что, вы знаете, он как-то там так наложено, что вот здесь вот прям горой торчит, горбом вот здесь. Вот он так зафольгирован, классно. Средство там, ой, тяжеленный, ну, отсвечивает. Ну, давайте так прочитаю. А что читать? Вот так раз, два, три, четыре по весу. Я вижу 4 предмета там. 250 миллилитров, 250, 150 и 100. И давайте посмотрим, что туда входит, в этот набор. Вот он. В общем, шампунь, бальзам, ополаскиватель, просто бальзам, маска и сама упаковка подарочная. Хотите, давайте откроем, потому что я его, в принципе-то, не буду дарить, я его себе. Можем открыть, посмотреть, но сейчас кто-нибудь скажет, что я шампуня не видел, но, в принципе, будет прав. Ну, давайте по-быстрому откроем. Чуть-чуть откидим, а то у меня не влезет. Как же там наложено, интересно, смотрите. В общем, вот первая идет маска. Ой, что-то я тут нарушила. А вот тут прилеплена фольга. Вот такая маска. Приятнейшего аромата. Сейчас мы ее запечатаем. Так быстро-то у меня не скрывается, как открылось. И, собственно, вот так стоят три средства. Это шампунь, бальзам-ополаскиватель. Ну, просто ополаскиватель. Он идет не как бальзам, написано просто ополаскиватель. И вот, собственно, бальзам для всех типов волос. Он смывается или нет? Равномерно нанесите на влажные волосы и уложите, как обычно. Можно наносить на сухие волосы перед применением фена или горячих щипцов, не требует смывания. Вот, вот такая, в общем, красота. Все, коробка пустая. За 59 рублей, получается, мне достался вот такой вот замечательнейший, мне кажется, набор. Так что кто будет по 4-му каталогу делать обычную территорию, обратите внимание, можно было взять вот этот наборчик из серии Kia, либо вот такой, водичку и лак. Мне захотелось для волос. Если вы набрали сумму больше 4000, от 4 до 8, то уже вот такие, посолиднее наборы. Если свыше 8000 ваш заказ был в компании 3-й, либо в 5-й у трендсеттеров, то вот такие вот наборы, очень даже симпатичные. Ну и последнее. Улыбки. Собирали мы с подругой улыбки, насобирали всего по 2 штуки, и обе взяли с ней один и тот же набор приму. Ну, вернее, по одному и тому же набору.
Тут было 4 предложено набора, либо средства. Ну вот мы взяли приму. Сюда входила водичка 10 мл и лосьончик для тела. Так, давайте я вам покажу. В общем, выглядело это вот так. Водичка и лосьон. Один мой, другой подруги. Так, лосьон и водичка. Цена 49, по-моему, да, 49 рублей. То есть вот 49 рублей каждый наборчик. Скидки представителя уже на эти наборы не было. Нашла я у себя еще вот такой вот пробник. Если честно, я даже не знаю, какую эту помаду мне тут засунули. Но я не буду открывать. Он вот такой, я уже сейчас вижу, ядовитого розового цвета. Ну, скорее, неонового, да, неонового цвета, если правильно. Мне он точно не подойдет, открывать не буду. Лучше я его кому-нибудь отдам из девчонок, кто такие цвета носит. Все. Все вам показала. Осталось только вам похвастаться макулатурой, которая пришла. 7-й номер распродажи. Вот сам 7-й каталог с новой помадой. Так, еще один. И фокус. Пожалуйста, мне под этим роликом не пишите, что давай листай каталог, мы ждем. Потому что я знаю, что вы ждете, а вы знаете, что я листаю. Поэтому просто засоряем такими комментариями. И мне на них приходится либо отвечать, либо пропускать потом. Каталог будет обязательно. Сейчас этот ролик загружу и обязательно сразу сниму каталог. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо всем, кто был со мной до конца. И всем пока.